Что-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются у начальства, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, взгляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Белле в кабинет, скажу: здравствуй, Белла. Скажу: дело у меня, помоги решить. А она скажет: ерунда, разве это дело? И, конечно, сразу мне станет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти. Не сегодняшний нет, завтрашний да. Самовары на столе, дама на портрете. В общем, стыдно по пути не зайти сюда. Города моей страны все в леса одеты. Звук пилы и топора трудно заглушить. Может, это для друзей строят кабинеты. Вот построят, и тогда станет легче жить. Этой песенке Булат третье десятилетие. Кабинетов развелось, сосчитать нельзя. Бренди с виски на столе, Путин на портрете. Кто угодно за столом, только не друзья. Но друзей твоих, Булат, ничуть не убывает. И ни сумой, и ни тюрьмой их не устрашить. Если что, они твою песню запевают, а от этого, Булат, сразу легче жить.